отдыхает. Так что мы пристегиваемся, да. Едем дальше. Да, тут вообще какие-то дома. Буржуйка. Ничего это название. Да. И вот эта тут дорога уже. Я не знаю. Ну вот дом. Сюда, не сюда. Наверное, сюда. Это дома интересные. Как будто сады какие-то были. Чего, господи, жили же люди когда-то. А сейчас вот ничего. Да, тут дома, наверное, были, скорее всего. Да, скорее всего, да. Видишь? Угу. Потому что сад. Деревья, раз, деревья, потом ничего. Пустота. А вон ничего, видишь? Да. Что-то там живут. Сколько места пустого, да, необжитого? В этой же обжитой деревне. Вот это синий, да, дом? Тамара чуть там. Так, это, наверное, с этой стороны или откуда? А, объехать, наверное, да, надо? Обижать. Да, бежать. Хоть я не знаю. А туда мы не подъедем, да? А, да. Подъедем. А мы сюда подъедем. Да. С той стороны только. Гвоздей бы не насобирать. Ну. Вон там как раз сидят. Кто-то что-то продает, наверное. Что-то как в деревню ездят. Продают, наверное. Какие-то как... Вот она и есть, эта тетя Клава. Сейчас спросим. Позвонила она своей подруге, Ярошенко Надежда Ильинична. И она сказала, что это новое, да, кладбище. И она сказала, что да, эту фамилию я помню. Но если бы хоронили бы здесь все это было, то мы бы запомнили. А так, говорит, такого вообще не слыхали. Чтобы оно не напоминало, да, вот это все. А ведь кому-то это как нож в сердце. Ну. Люди работали же все. Уже бы убрали бы, да. Ну, он сказал, один дом. Где ХПП, и говорит, один дом стоит. Он отдельно. Значит, вот так прямо ехать. Да, дальше, наверное, ехать. ХПП, да? А? Наверное. Ну дорога-то сюда, асфальт идет. Ну, ХПП это хлебоприемный пункт. Значит, похоже что-то. И выедем как раз, да? Ну да. По этой, по полевке. Ну тут может один дом, да? Рядом с ХПП. Вот у него связь хорошая есть. Угу. О, провалился. Вот это дом. Связь хорошая. Как фамилия? Большой. Рычинский. Там собака. Yeah.
Да вон стоит черная. Вот еще. Нет, он же небольшой. И не отдельно. Вон он. Да, да, вон он. Ну, сейчас повернемся, наверное. Так это далеко там по грейдеру ехать. Давай, вот, поехали. Ну давай, развернемся. Цель нашей поездки в Успенно-Юрьевку связана с одним трагическим событием, которое произошло в 1962 году. По просьбе наших подписчиков мы ищем место захоронения их матери и бабушки в одном лице и ее ребенка. Почему мы здесь, в Успенно-Юрьевке? Потому что в эти годы эта семья проживала здесь, и наша цель – найти старожилов, которые что-либо бы знали об этой трагедии, в этой семье. Мы побывали у многих старожилов этого села, но положительного результата не получили. Мы лишний раз убедились, что она была захоронена на кладбище в городе Щучинск. И мы сходимся во мнении, что захоронение было произведено на кладбище в районе бывшего Щипта, или как его еще называют, Дармашинское кладбище. И вы видите, в каком состоянии это кладбище, где очень трудно найти могилу. Может, туда подъедем и развернемся. Давай заодно спросим. Все разбитое, что ли? Угу. Сюда же на весовую заезжали. Еще и магазин здесь. Чем восстанавливать старое. Вот поэтому все старое и стоит.
это чем-то обилие такое, прям видно, что оно мягкое. Масло есть.